и никогда. Слушай, мне вообще-то пора. Пока. Счастливо. В эфире новости CNN. Шокирующие подробности недавней атаки на Лондон. Анонимный источник предоставил нам видео, на котором Квентин Бек, он же Мистерио, буквально за секунды до гибели. Внимание, кадры не для слабонервов. Я отправил элементалов во свояси, но вряд ли сойду живым с этого моста. Мне не выстоять против паука и его боевых дронов, творений Старка. Человек-паук считает лишь себя преемником железного чувства. Питер может отменить атаку дронов. Будут потери среди гражданских. Мне плевать! Всех уничтожить! Скандальная видеозапись появилась сегодня на провокационно-новостном сайте dailybugle.net. Друзья, вот оно доказательство. Доказательство того, что Человек-паук убил Мистерио. Пришедшего с другой планеты воина, отдавшего жизнь за нашу Землю. Того, кто, безусловно, войдет в историю как величайший супергерой всех времен. Но это еще не все. Как вам такой поворот? То стоит, вы лучше присядьте. Человек-паук — это настоящее его имя. Настоящее имя Человека-паука — Питер Паркер! Да что за...